Каждый год на дороге происходят автомобильные аварии. Чтобы этого больше не было, нам поможет искусственный интеллект. Нарисовал схему. Дорога, машина и деревья и домики. И дорога пешеходная. Я нарисовала стрелки. Лево, право, вперед. Мы научили машину распознавать вперед, право, влево с помощью стрелок. Создал программу в Пиктоблок с шикательным рисунком. В программе созданы скрипты, которые управляют звуками, людьми и машиной. Всем привет, меня зовут Олег, и меня мама учит переходить через пешеходный переход, и я гуляю на улице. Всем привет, меня зовут Олег, и меня мама учит переходить через пешеходный переход, и я гуляю на улице.